С ней? Да. С этой песней? Вот эти две песни, которые мы сейчас исполняем, они были написаны в один день, но судьба у них совершенно разная. На утреннем вокзале все пассажиры спали, и им приснился один и тот же сон. Про бесконечный поезд, про нераскрытый полюс, про слезы на ступеньках, про голубой вагон. Деревья улыбнутся, и кое-кто заплачет, да кое-кто умрет. Но нас тогда не будет, и это даже лучше. Случайные попутчики, косты наоборот. Кукольные домики, картонные крыши, в сантиметре над землей.